Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 494. События дня. Как эпиграф взято 1 Коринфян 15:13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. За 19.04.2017 года. Сергей Игнатов пишет. Мир вам, хорошему. К совместной молитве привыкли, без нее чего-то стало не хватать. Даже осознание того, что она будет, хотя и без твоего участия, придает духовную силу. Первое. Вот какое. Тут событие такое. Дух лжи, сошедший на землю, он держит все время человека в бодрственном состоянии. Его можно было бы убрать. Почему Бог не убрал дьявола? Ну не убрал. Чтобы было, говорит, с кем бороться. Толкование Златоуста. И вот было одно время кумранские свитки. Там Евангелие от Иессеев. С ума посходили. Прямо все. Потом раз заглохло, ничего нету. Не получилось. Теперь Евангелие от Иуды. Это где-то лет 5, наверное, трепали его. Нету, сошло. Сейчас книга Еноха. Вот за книгу Еноха вцепились. Вот книга Еноха, там указано, на нее ссылается, нигде никто не ссылается на нее, на слова Еноха. Ссылки есть, а на книгу нету, даже на упоминания нет, чего они берут, что? Она, эта книга была известна, ее признали ересью, ну это подделка дьявола. Святые отцы вынесли в ней, апокрифом назвали. Я тут в конце покажу, который священник это опровергает, а другие, которые живут во лжи, они буквально вцепились сейчас в это. И что-то оно дало им? Нет. Оно ничего не может дать, кроме написанного в Библии. То есть они все исполняют в Новом Завете? Нет, конечно. Нет. Ничего нету. Но это новинка. А кто это такие? Ну, 17 глава Деяния апостолов. Они, говорят, ни в чем время лучше не проводили, как слушать что-нибудь новое. Вот каждый день им новое надо. Вот поэтому телевизор смотрит, а спросишь, фильм видел? Видел. А о чем? Да я сейчас уже не помню. То есть они ничего не помнят. И они дальше говорят, там, Галина Царева, она вцепилась в эту тему-то, где-то там фотографии оторвала, исказила. То есть все с нечистой силой. Она уже много лет в этом тонет буквально. Знамение, там, инн. И столько не договаривает и не знает. А людям это нравится. И вот она сейчас в это вцепилась. Буквально вцепилась. Ну, я тут показываю. Она говорит, нигде сынами Божьими люди не называются, а сыны Божии, это вот то-то там об ангелах говорится, которые превратились в демонов, они совокуплялись с женами, с девами красивыми, и поэтому народились такие люди, и далее все это говорят. Черепа большие находят. И не видишь, что в этой книге написано, что она, может, ее не читала. Но ей все, раз она этим занялась, ей каждый день нужно какую-то новую тему придумывать, анекдот составлять. Это Галина Царева. Я никогда ее не смотрю. Один раз посмотрел, вижу, бредит бабка. И чего она не знает? Писание-то не знает. У нее благовестия ни одного слова нету. Нету. За последние 15 лет, не месяцев, ничего нету. И все они бьются сейчас, а вот новенькое что-нибудь. И вот она нашла это новенькое. А в этой книге Еноха, в этом апокрифе написано, какие были люди там 3000 локтей, допустим. А что такое ты там, ну, к примеру, говорится, почти столько же. Это означает, люди бы были высотой по 1,5 километра. Ну, понятно, что если череп найти такой, то череп должен быть больше 7-этажного дома. Но нет таких черепов, нигде не находили. Были более рослые люди там, и все там. Сейчас есть даже 3-метровые. Но она этого ничего уже не хочет не видеть. Почему? Вот Воробьевский Юрий, он в масонство пишет. И важный такой сидит в галстуке. И вот начинает разглагольствовать. Это что-то масон? Он знает все тайны. Да нет, верхушки какие. И вот там масон, который вышел от них, он говорит, да откуда мы знаем? Ну что ты знаешь о масонах? Я этой теме отдал 14 лет. 14 лет. Промолотил всю литературу дореволюционную, зарубежную и советскую. Я вижу, они не знают этой темы, не знают. И вот она говорит, что нигде в Библии не написано, что верующих людей Бог называет сынами Божьими.
тем более в Ветхом Завете. Она говорит, нигде. Ну и все соглашаются, вот видите, нигде. Значит, сынами Божьими называются только ангелы, и между ними пристала сатана и Ио. Я показываю, легко доказать. Римлянам 8:14, читай. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Нам не надо искать никакого септуагинта, перевода, ничего у нас есть. Сыны Божии. Кто? Люди. Водимые Духом Божиим. Он об этом и говорит. Тут, считайте, 8 глава, там об ангелах и речи даже нету. Вот, пожалуйста, будет она обращать внимание, это Галина Царева? Нет, конечно. Второе. Римлянам 8:19. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Какого откровения? Почитай блаженного Феофилакта. Ну, когда избавлены будут люди от тления, речь идет о людях. Ожидает откровения сынов Божиих. Она это не знает и говорит, нету нигде в Библии написано. Ей надо подогнать, что сыны Божии входили, ну там, дочерям человеческим. Это ангелы. Падшие с неба, то есть они на одной горе договор сделали и поклялись, и чтобы не отступать, но они клятвы не боятся. То есть, ну, бредни пьяных старух. Галатам. Галатам 3:26. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Галина говорит, нигде не называются сынами Божьими люди, а только ангелы. Но теперь смотрите, третье. Запоминайте где. То есть ее легко посадить на место. Дальше. Премудрость Соломона 2:18. Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. То есть люди в то время понимали, даже неверующие в Ветхом Завете, что все исполняющие заповедь Божия сыны Божии. Они говорят-то не об ангелах здесь. Бог защитит его. То есть они будут нападать, защиты нет. Да? На ангелов мы нападать не можем, мы их не видим. Далее. Премудрость Соломона 5:5. Как же он причислен к сынам Божьим и жребий его со святыми? О ком они говорят? О людях или об ангелах здесь? О людях. О людях. Тут даже толковать не надо. Так, шестое место. Премудрость Соломона 18:13. И не верившие ничему ради чародейства, при погублении первенцев признали, что этот народ есть сын Божий. Мало того, люди называются, так весь народ называется сыном Божьим. Не народ Божий, а сын Божий. Этот народ есть Сын Божий. Но она не знает, она не считала Библию, это видать. Дальше. Матфея 5:9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. То есть она даже блаженства не знает. Миротворцы будут наречены сынами Божиими. Златоуст прямо говорит, это единственное блаженство из девяти, которое уподобляет Сыну Божию. Далее. Лука 20:36. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будущие сынами воскресения. О ком говорится? Ну, о людях или об ангелах? Нет. Ну, явно дело, что умереть не могут, то есть вечности будут, равны будут ангелам. Если это ангелы, то ангел ангелам равны. Ну, на, и суть сыны Божии, будущие сынами воскресения. Ангелы не являются сынами воскресения, они не воскресали, не умирали. Я поэтому добавляю к этому. 1 Коринфянам 2:13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Что интересно, она говорит, эти демоны, они воплотились. Демоны не воплощаются. Воплощенный только Сын Божий был от Бога. Демоны не могут воплотиться. Они могут призрачно давать, как будто бы люди идут, НЛО прилетает, вылазят какие-то карлики. Это они могут поставить, такой фильм. Для таких, чтобы верили в это там Славик Крашенинников, там другие баламуты. Но Писание-то говорит, духовное с духовным. Как плотское с духовным совокупиться может? И они их оплодотворили. А где они семя возьмут? Чем они оплодотворят-то, когда у них ничего нету? Они бесплотные, ангелы-то. Бесплотные. И там нет мужеского пола, ни женского. Дальше. Так, Святой Иоанн Златоустый, беседа 22-я, заглавление, значит. Праведный Ной и величие его добродетелей среди всеобщего нечестия. Дальше. Свобода воли человека в выборе добра и зла. Дальше. Сыны Божии. Появшие дочерей человеческих, суть не ангелы, а потомки Сифа и Еноса. То есть вот потомки, они называются сынами Божьими, и стали входить к каинитам от Каина, которые родились
девушки-то. И они стали на них жениться. Следствие этого смешения с сефитовской нитами и божественная угроза. И потому и божественная угроза, что соединилось семя святое с нечестивыми. Дальше стали комсомолок брать. Значит, умножение нечестия, божественный приговор об истреблении людей вместе с животными и спасение Ноя. А эти, которые превратились в демонов, они тут совокуплялись там и с лягушками, и там, ну такая мерзость, говорит, даже слышать страшно там, со всяким животным, там, с кровью. И сейчас усыпились эти, которые с духом лжи живут в это, а там ничего нету, вообще ничего нету. Церковь признала, и вот прямо на нее ссылались, что это подделка. Это апокриф, выдумка человеческая, а их это уже не трогает, почему? А дух лжи. И что-то они из нее возьмут и будут думать, исполнять, а там ничего и нету. Там басни, одни басни. И вот эти люди, какое у них давление, какая кровь на этой высоте, там я выставляю сейчас ролик, покажу, и даже сказать нельзя. Вот который, говорит, кислородный там или какой баллоны. Давление бывает там 10, больше атмосфер. Вот такое атмосферное давление крови было бы, никакая плоть не выдержит. Из высоколегированной стали, почти по сантиметр стенки толщина сегодня, чтобы удержать, не взорвался баллон. Дальше. Так, увещание к добродетели, как драгоценнейшее всего и необходимое для будущей жизни. Гибельность тщеславия. Это заголовок. А целиком полностью вчера нашли, ну я это много считаю, где-то я потом выставлю как отдельным файлом. Вот, теперь что было вчера? Вот такой вот Красноярск о Бродобрите. Ну вам это не видно, потом можно будет посмотреть. О Бродобрите выступает мужчина один. И все хорошо говорит. Я на это отвечаю. На нашем сайте «Во свете Библии» в книге «К истинному православию» смотрите в оглавлении на странице 258 статья о Бродобрите. Материал подобран с учетом полной синодальной Библии, житий святых, канонов Вселенской Церкви и трудов святых отцов. И показывает, где это у нас прочитать можно. И дальше. Вот что пишут баптисты ныне о бороде. Эрик Артемьев. Почему братьям нужно носить бороды? Ну и дальше здесь... Ну вот она написала, почему братьям нужно носить бороды. По-русски зарядите в Google или Яндекс. Почему братьям нужно носить бороды? Дальше, я поясняю. Книги Еноха, которые вдруг захотели иметь не имеющие в сердце истинные книги Святой Библии, это все проделки дьявола. Какое совокупление бесов, безумие. Я вам послал ссылки на проповедь Златоуста на эту тему, где он высмеивает эти бредни пьяных старух. Никто на эту книгу не ссылается, про нее нет ни слова в Святой Библии. Есть лишь слова Еноха, но не книги Еноха. Несколько лет назад точно так же сатана буйно рекламировал Евангелие от Иуды. И таких, в кавычках, Евангелий было около двух десятков разных. Но Церковь Христова признала всех их апокрифами. Бойтесь принять духа лжи и не допускайте его в свое сердце. И далее, слушайте внимательно, название ролика такое: «Заговор против Бога». «Заговор против Бога». И дальше, «Разоблачение». «Разоблачение». И Олег Щербанюк, видать, с Украины. Олег Щербанюк, священник. И он это все по пунктам разбирает и видит, говорит, это все ложь, все это обман. А Олег Щербанюк, «Заговор против Бога», «Разоблачение», Олег Щербанюк. Больше ничего нет, я вчера прослушал, как говорю, от корки до корки, там полчаса слушать. А которая про книгу Еноха, ролик стоит 3 с лишним часа. Ну, пришлось потратить время, посмотреть, ничего нету. Бредни пьяных старух. Ну и все. Так, это... Вот одна пишет. Это меня спрашивает Роман, где, какой от нашего огорода, сколько ему отрезать. Я говорю, ворота в огород, если по улице идти от батюшкиной стороны, то идет наша ограда. А потом у тополей берет влево. Так вот, на этом повороте отрежьте. Не от ворота, а от поворота. Игнатий Тихонович, Христос воскресе! Воистину воскресе! Разрешите задать вопрос. Посмотрела ваш видеоролик, где вы рассказали про ярла Николаевича Пести. Вопрос, можно ли мне, христианке православной,
далеко многого не знающий про наше православие, слушать ярла Николаевича Пести. Насколько я поняла, он протестант. С уважением и христианской любовью к вам, Татьяна. Я отвечаю. Можно и даже нужно, если где-то он и не по канонам нашим скажет, но это лично к нашему спасению не относится. К слову сказать, он как раз тоже говорит, я однажды услышал, что это ангелы совокуплялись с дочерьми человеческими. Такой умница и, ну, что, не церковный ум-то. Какой бы он ни был умный, но в одном человеке все быть не может. Он так и понимал, что это ангелы сошли, рисуют крылья, летят. Откуда взяли? Написано «сыны Божии». Теперь доказать, что сынами Божьими называется только ангелы. Считай об ангелах. А мы сейчас просмотрели 8 мест Писания, которые говорят, но там по-другому еще называются, искупленные и прочее. Но прямо сыны Божии – это о людях. Так, ответы зарубежья, ваши комментарии о фильме Звягинцева «Левиафан». Спасибо огромное, это как раз то, что я искал. То есть он спрашивал, где это есть? Что комментарии я давал об этом фильме, потому что... Во свете Библии я его рассматриваю, фильм, и он потерял это. Интересно, это за границей не верят, но что то так там это и должно быть, когда люди не верят в Бога и, ну, проще по Левиафану. Все остальные верят, а русские, говорит, не верят. Да вот поблагодарил, нашел дальше. Так, Владислав Марущак, Иоанн Кронштадтский об апокалипсисе. Кавычки открыты. Индифферентизм. Гибельное равнодушие пастырей будут последним явлением церковной жизни при необычайном развитии их материальной обеспеченности. Наступит такое явление. Церковь без благодати Святого Духа. Пастыри, пасущие сами себя. Проповедь, звуки и голоса. Кавычки. Где закрыты. И голоса? Где ты видел и? Звуки и голоса. Звуки голоса. Вот, вот. Наконец-то. Понимаешь, вот... Не напряженно, поэтому и буквы вставляешь, и теряешь. Нельзя так считать. Люди нас слушают, доверяются. Кавычки закрыты. Да. Как блуждающая комета стремится куда-то и сталкивается с другой, так и церковь блуждающая стремится к слиянию с другой блуждающей церковью, синагогой иудейской. Ибо обе они, в лице предстоятелей, отпавшие от истины, поклоняются золотому тельцу. То есть блуждает во тьме, подобно прототипу лжеапостолу Иуде-предателю. Ну вот это то, что можно было просчитать, мы просчитали. Теперь я покажу наши ресурсы, какие у нас есть. Потому что вот теперь мы посмотрим. Это мой мир. Вот это я показываю здесь, увидеть мой мир. Далее у нас форум. Форум, вот он где. Православный форум показываем. Нужен православный форум. Здесь есть такой вот. Куда-то выкинул, это непонятно. Надо смотреть, вот первое. Нажать новое сообщение. И сразу на первой странице. Если так ввести вправо, общий поиск. На него если нажать, если вы зарегистрируетесь, сразу, да можно даже без регистрации, если писать ничего не будете. И сразу. Рамочка, и в нее вставьте слово, какое вам надо, и вы найдете все. Далее наш видеоканал. Православный видеоканал «Открытым оком». Вот я показываю его. Это очень большой видеоканал. Вот сейчас выставляю пасхальное чтение. Это «Деяния апостолов», как считали. Это у нас было. Еще тут будет. Следующий. Сегодня я буду выставлять. И большой... Очень большой православный библейский сайт во свете Библии. И справа 4124 ответа на вопросы. То есть сейчас идет у нас вера. Вот 55 папок по темам разбиты. Грех, деньги, дети, евреи, ереси, женщины, жития. Это большая коллекция, можно сказать, материалов. И поэтому сейчас мы будем, у нас сейчас о вере идет, о вере. И будем выставлять вопросы и насчитывать их, продолжать дальше. Потому что у нас часовая программа утренняя. Так, считаем. Вопрос 2837, 14 том «Открытым оком». «Открытым оком» — это мои книги называются. Господь позволил мне выпустить их. 33 тома.
по 752 страницы. Сказано, что кому много дано, с того и спрос будет больше. Но моя бабушка добрая, читать сама не научилась и все время читала только псалтирь. Какой же с нее спрос, если у нее ни Библии, ни Нового Завета не было? Ответ. Если она ходила в церковь, то брала на слух читаемое из Библии в Паримиях, а Новый Завет на каждом богослужении читается. Но если она не понимала языка служебного, тогда она могла бы подойти к священнику и попросить почитать Слово Божие на русском языке. Но то, что псалтирь у нее был, и она читала, то прочитывала же его до конца. А может даже знала, что Псалом 118 рекомендуется читать 6 дней в неделю. Тогда с нее спрос будет полный. Вот только в этом одном псалме из 176 стихов 185 говорится о чтении, об изучении Библии, уставов, закона, заповедей, повелений Божьих. Псалом 118:1-7. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, получаясь судам правды Твоей. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Но хранением по слову, но надо было и задуматься, какому слову дальше. Повторение только этих 8 названий Библии разве не накладывает обязанности на читающего познать, а что же за уставы и где они? Где же этот закон? И как найти слово его? Разве не захочется открыть откровение его, которое обещаешься хранить? Тем более, они названы и повелениями. Если не так, то ты лгал все время, когда произносил псалтирное чтение. Велика ответственность всех старообрядцев, которые читают псалтирь и не знают Библию, в которой все эти повеления Божьи, откровение его. В белый снег нездешним покрывалом окуталась застывшая окрестность. Снежинки пробные, пока еще их мало, весной растают океаном пресным. Следы зверюшек приоткрыли тайну. Куда? Кому? На долгожданный завтрак. Утопло все, как в свежую сметану, зализаны и шрамы на деревьях старых. Снег возвещает о начале глада, о трудностях, пришедших снова в зиму. Но есть и те, кто одеялу рады, под ватой на дне, в норе корзине. Снежинки не похожи друг на друга, как в небе звездочки, но только на ладони. Им наша нежность, теплота так грубы, слезинкой плавятся о тех, кто в них утонет. Великое, привычное, незримо, хрустим ногами, давим и метем. Земля — молочная разлившаяся кринка, и солнце вылежет, когда к весне придем. Снег падает, скрывая черноту, больное, хилое, хоронит безвозвратно. Зимой спят и зримо не растут, бесплодие на деревьях и на грядках. Душе урок в час смертный зеленеть, быть плодоносной, не накрытой снегом. За золото сойдет, желтея в листьях медь, плоды трудягам, не тому, кто в неге. Заранее готовимся от признаков зимы, трясемся, холод прожигает кости, запасы утекают, как же слабы мы. Пушистым кулаком нас гонят до погоста. Нам не расслышать вои у пурги, у вьюги ошалелой в метели, не только стон и плач голодных и нагих, мы гимны Творцу расслышать не сумели. Это я снегу посвящаю стихотворение. И далее. Вопрос 2848, 14 том «Открытым оком». Почему иного истинно верующего человека сразу же обзывают фанатиком, экстремистом? Ответ. Иоанна 16:3. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. С истинным христианином, живущим рядом, ощущают свою ущербность
и пытаются хотя бы чуточку принизить авторитет, духовное влияние духотворенной личности. Премудрость Соломона 2.15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Видите, отличны пути его. Вот сказали, вот что ангелы приходили на землю, совокуплялись и приводят об этом с таким воодушевлением, вроде с пафосом. Олег Стеняев говорит, почему эта ложь к нему прилипла? Вопрос. Вот пусть он сам разберется. Это вляпаться в такую дурнину и на весь мир языком ворочать. Да неужели тебе поверим, а не поверим Слову Божию? Иоанн Златоуст-то высмеивает все, и он даже не знает и этого. А почему? Вот это вопрос ему задать. И Галина Царева его нашла, и теперь он с ней сотрудничает. Я говорю об Олеге Стеняеве. И верить в такую чертовщину даже непристойно говорить. А вот Иоанна неоднократно там берет и фотографии показывает, как он говорит об этом. То есть ему надо каяться. При такой ереси в душе он не имеет права сегодня служить даже, пока его не очистят покаянием. Так, вот это там. И это тоже естественно, ибо так поступали и со Христом, Галатам 4.29. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Например, человек считает себя православным, но живет по-мирски, и речь его мирская. Он даже по телефону пытается меня укусить за то, что я часто пользуюсь библейскими выражениями, цитирую Писание, имя Христа поминаю. Кавычки открыты. Не надо бы так делать, получает он. Веру нужно в душе хранить. А мы люди слабые, Бог и таких примет. Он же знает наши немощи. Кавычки закрыты. В его глазах я темный фанатик. Но вот что дает нам статистика. Как часто употребляется имя Христос и Иисус, Библия, что 557 по 1238. Новый... Христос употребляется 557, а Иисус 1238. Ну, я даю данные. Соответственно, Евангелие Деяния 94 705, Новый Завет. Так, подожди. Это вот посмотрели мы. В Новом Завете 554 раза слово Христос. И 983 Иисус. Иисус намного больше. В Евангелиях и в Деяниях 94 и 705. Послание и Откровение 460 и 278. Послание к Римлянам 68, 39. 1 Коринфянам 62 до 24. 2 Коринфянам 47 до 16. Галатам 37 к 17. Ефесянам 14 к 21. Филиппийцам 36, 22, Колоссянам 25, 9, 1 Фессалоникийцам 14, 15, 2 Фессалоникийцам 12, 12, 1 Тимофея 15, 3, 2 Тимофея 14, 14, Титу 4, 4, Филимону 7, 7, Евреям 16, 14, у апостола Павла Христос 401, Иисус 217 раз. Видите, это, конечно, время потратил, но наглядно все это будет. Подражая апостолу Павлу, уже прослывешь фанатиком. Понятно. Первое... Христа, сколько он, Павел, поминает? 401 раз говорит, что Христос, да. А Иисус меньше. Везде, вот тут поровну, вот это поровну где-то, а вообще-то, ну, большая разница. Евангелие Деяния 94, 705. Христос меньше, Иисус больше. А вот это тоже что-то есть. А потом наоборот. И так, дальше. Подражая апостолу Павлу, уже прославишь фанатиком. 1 Коринфянам 14, 16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Филиппийцам 1, 21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 3, 17. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да. На выигрыш любой жене билет, когда она им рот себе заклеит. Она молчит, когда в гробу скелет, на ухо каждое приклеен крепко плеер. Учила его с кафедры в раю, там ректором был змей, дракон кровавый. Потерян безопасности уют, проспекты влево, чуть тропинка вправо.
Жена сосуд столь утлый и дырявый, греховности и похоти начала, где промолчит, себя возвысит правой и низвергается, когда права качает. Характеристики библейской не избыть, кудрявыми сравнениями о платье. Разрушен или слеплен будет быт, тканье сплошное или же заплаты. Учить закон жене не позволяет, и ночевать приходится одной, с характером когда, когда все в нить. Слава Иисусу Христу! Воистину воскрес! Значит, и ночевать приходится одной, с характером когда, как тогда вся нить узлами, синеет лицу и исходить слезой. Примером пусть послужат мусульманки. Покорность, верность есть у христианок. Но в спорах давит глупостью на танке и мыслью бледную накормит, как поганкой. По статусу не первой, а второй. Быть пристяжной у мужа, кобылицей. Муж говорит, смирением рот закрой, ладонью паранджой прикроется бесстыдство. И бойтесь растолстеть в невоздержание, свинью сонливую, серьезно превращаясь. Над этакой арбой при детях будет ржанье, сидеть на сухарях и без заварки чаем. Займи свою ячейку молчаливо, молитву сила языка устроит. От мужа в гневе не прольются ливни, он скроется с усладою в пещере под горою. Ты хоть понимаешь, что считаешь-то? Ну вот это... Где пещера, я не понял. Что... Ну, не понял где-то. Ну, надо молиться, чтоб понял. Иметь умных товарищей, как Маяковский сказал. Там будет только отплакивать свое состояние, зачем женился и взял такую. Я разговаривал, у меня близкий человек был, уже он полвека пожил почти с женой. Вот непослушный, говорит, тот по-своему все делает, говорит, раз и... Я говорю, ну как же ты выбирал? Да я смотрел разве на то-то. Мне сказали, вот девушка, обрати внимание, я поехал, она красивая. Так не это надо было искать. Я говорю, а что? Да послушание, о! Полвека потребовалось, чтобы понять. Так Писание об этом и говорит. Вопрос 2405. 11 том «Открытым оком». Можно ли разделить народы мира на три группы? Евреи, греки, в скобках язычники, и христиане, согласно 1 Коринфянам 10.32, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть он разделение нашел где-то? Вопросы мне задают, я на кафедре стою, за кафедрой. Так, ответ. Можно, как расширенный вариант разделения на две группы. Ефесянам 2.15. Упраздни вражду плотью своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух... создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Из двух, не из трех. Пожалуйста, толкование где-то. Это у Ефесянам написано, 2.15, одно место. Весь мир делится на нации. По возрастам, положению, образованию, прогрессу и многому другому. Но Бог делит всех только по двум категориям. Верующие и неверующие. Справа от Бога и слева. Все. А 2896 наречий. Иоанна 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все разделилось. Матфея 25.32-33. И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Нету, только козлы и овцы. Так, копировать сегодня так легко, то к сканерам, то к серок со сверканьем. А было, экземпляр один рукой, годами выводили в жизнь Писание. Тем манускриптам ныне нет цены, за ними пот бессонными ночами. Купить бы Библию, да где же взять казны? Чернил потрачено, не уместить и в чане. Но спросится, однако, по труду. Не наше верхоглядство, чистоплюйство. Войдет в аналы, плавил кто руду, кто буквы выводил или кнопочку приплюснул. Воздат Господь мой чудный и Егова, а потому мне нужно поспешать. Всем точно по труду отмерит ровно, всем типографиям за их тираж печать. К
копирует отец и мать детишек, мешая кровь с усладой в полуснах. Но что же вечность в книге нам пропишут? Какой в конце поставят цифру, знак? Сумеем ли талант распространить, наторговать и в купле, и в продаже? Кто обратится к Богу, как магнит, притянет и крупицы верных даже. Копировальная машина на устах, на языке от обращенных мыслей. Как принял, передал слова Христа, чтобы в мозгах бесплодно не зависли. Копируем поступками грехи, соблазны, отступления в черный ряд. В обидах, порошках измысленный стряхнин, в самооправдание гребли, что есть подряд. Мы дружбу направляем безрассудно, не Божий дух отображая в людях. Как часто откопируем Иуду, за образец не Библия, а варево на блюдах. 21.04 Игнатий Лапкин. Все. Вопрос 2416. 11 том «Открытым оком». Как выбрать название храму? Как не посмотришь, везде Никольские, Александро-Невские, Рождество Богородицы, Покровские. Вы в поселке Потеряевки выбрали такое редкое. В честь священномученика Анфима Никомедийского. А есть ли у зарубежных храмов редкие названия? Ответ. Есть. Каких в России у православных и не встречал? Австрия, Вена, преподобные Бригитты, Британия, епархия Бруквуд, обитель священномученика Эдуарда, обитель миссии, Азия, Хеврон, Маврийский дуб. Маврийским дубом названо. Рио-де-Жанейро, святой Зенон. Мне бы хотелось, чтобы кто-то и в названии храма почтил святого Ерона 7 ноября. Ерон, царствование Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать войска всех годных к военной службе мужей и юношей. Прямо беру из жития святых. Но Ерон, кавычки открыты, отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Кавычка закрыта. Страница 136. Так, страница? 136. Вот. Ночью блаженному Ерону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом. «Спасение, Ерон, благовествую я тебе! Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за Царя Небесного, и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать». Кавычки вот закрыты. Все понятно. Понятно, откуда. Это про него нигде нет. А вот воевать Сергий Радонежский благословил, там на Ослябе пересвета дал. Дальше. 21 апреля, страница 314. Мученик Феодор, кавычки открыты. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор, на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав: «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем, Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя», и был казнен. Вот пример такой. Вообще всего никого нету. 3 февраля. Роман Угличский. Не хотел сопротивляться быть Батыю. Страница 38. Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей из явления покорности татарам. Это сохранил город. 19 августа. Андрей Стратилат. Кавычки открыты. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью, кавычки открыты: «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря:
Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои. Когда они так молились, их настиг Селев со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христово. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом, от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули из шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня. Кавычки закрыты. И вот что известно из истории церкви. Это и мои наработки. Честь отказников от службы нет поименованных храмов нигде. И может статься, что никогда не было. Отчего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается, и народ об их житиях не знает ничего, и как бы и не было таких святых. Но бесчетное число раз повторяются только те подвиги и тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся поступки те. Вот как выглядит по статистике, по списку прихода в Русской Православной Церкви 1992 год. 335 храмов и часовен, различных названий 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18, Воскресенских 17, Александровских, Серафимовских, Владимирских по 11, Михайловских 6. На первые 8 наименований, составляющие 3%, приходится 153 церкви, то есть 1/3 храма. И еще в святцах примерно 745 мужских имен в память святых, а в храмы всего лишь честь 39 имен. Видите, какую статистику? Это статистики нигде нету, нигде, это моя наработка. Это же и в России на 20 тысяч храмов. Та же арифметика, гамма, спектр имен, в честь кого названы храмы, не увеличивается, а даже более скуден, то есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы. В честь отказников и Ерона, Феодора, где эти храмы? Женских имен по святцам 250, а храмы названы в честь 12 святых, то есть те же 5%, а 95% не востребованы, забыты, незнаемы народом. Чтимых в России икон чудотворных 301. Понимаете, такая точная статистика, вот сколько времени потратить это, столько храмов, все это проверить надо было. А оно это никому не нужно. Зачем? Никольский, да и все. А известны 210. А храмы названы в честь только 7 икон. Почему? Раньше на Руси употреблялось около 272 имен при наречении дитяти. 36% от всех имен по святцам. Понятно, вот а 36, 272, мне пришлось столько работать с архивами, везде все выискивать по житиям святых. Вот. Женских употреблялось тогда. Около 103 имен, то есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен. То есть 7%, а у женщин едва ли 45 имен в ходу, то есть 18% от общего числа. Из известных имен архангелов 9, это Откровение 12.7.8, 3 Езра 4.1, Тавита 5.20. В названии храма встречается только один, архистратик Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь Иегудиила и других где храмы? Почему и кто все так однобоко ущербно навязывает людям? Исайя 8.3. «И приступил я к пророчице, и она зачала, родила сына. И сказал мне Господь, нареки им имя Магер-Шелал-Хаш-Баз». Вот пока дозовешься, ну конечно, может кричать ему «Баз-Баз» и все. Добыча, Руфь 1.2. «Она сказала им, не называйте меня Наиминью, то есть красивая, приятная, а называйте меня Марою, то есть горькая,
потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Если вы думаете, что так было только в зарубежной церкви, то вот статистика по Томской области в прошлых веках. В прошлых веках? 176 храмов, но названий только 39. В честь икон 20, Архангела Михаила 13, других имен небесных сил ни одного. Никольских 29, Петропавловских 11, Покровских 9, Троицких 16, Ильи Пророка 10. В честь каких-то других пророков нет ни одного. Вот данные какие. Не забывай, какое тебе имя, какой ценой Христос купил тебя. Не проходи, глаза закрывши мимо, свой поясок смущенно теребя. Мы не чужие Богу одному, в одной семье искупленные дети. Труднее врагу нас вместе обмануть, поймать свои расставленные сети. Мы забываем, что земля летит песчинкой, порошинкой во вселенной. У элеваторов царей захряснувший мастит. Кто умирающих от глада пожалеет? Свою цену не оценить в реформах. Инфляция не уменьшает ценность. Искуплен, уневещен, бывший проклят. Теперь мне только и Иегова цензор. Искуплен и омыт святейшей кровью. В страданиях, в искушениях прославлен. Со всех сторон наш ценник и не скроем. Лишь в сполохе в ночи сердечной плавки. Христианин, не гордости тот звук, усыновлен единородным сыном. Кто не принял Христа, тот рубит сук. На нем так неспокойно чувством ныне. Христианин, звучит победный гимн, преодолевший множество препятствий. Заплачено талантами, вазами драхм и мин. Из будней пленник перенесен вдруг в палату. Куда? Вдруг в Пасху. Ну как ты, ты то ли спишь опять или еще? Не забывай к ногам текущим в рай взять запасных подковы каблуков. Друзей и соратников не оттесни на край, их за себя оставить будь готов. Какое счастье христианкой быть, помощницей глашатая свободы, у ног Христа сидеть, сготовив есть и пить, уметь мести в дому не ради драхмы моды. 19.11.04. Следующее. Сейчас я посмотрю и начинаю считать. Вопрос 2619. 12 том открытым оком. Непонятное нужно разрешать, спрашивать, задавать вопросы. Но почему ученики Иисуса иногда боялись спрашивать Христа? Марка 9.32. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Вот видишь, какой вопрос задают. Ответ. Такое выражение встречается только два раза в Евангелиях. И оба раза это было тогда, когда Господь говорил о грядущих своих страданиях. Лука 9:43-45. Он сказал ученикам своим: «Вложите вы в себе уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Блаженный Феофилакт толкует, кавычки открыты. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха. Итак, Бог, снисходя к их слабости и руководя их как бы детей каких, попустил им не понять того, что говорилось о кресте. Приметь и благоговение учеников, по которым они не дерзали, даже более боялись спросить Господа, ибо страх усиливает благоговение, равно как и благоговение есть страх, растворенный любовью, кавычки закрыты. Может, кого-то смерть знакомых не смущает, но если это друг, тот, от которого зависит безопасность и своей жизни, то известие о его кончине повергает их в глубочайшую печаль. Смертью Христа ученики видели и свою кончину, если они останутся беззащитными перед лицом озверелых евреев-фанатиков. Иоанна 11:8-16. Ученики сказали ему: «Рави,
Давно ли иудеи искали убить тебя камнями? Побить тебя камнями. И ты опять идешь туда? Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Причина, почему ученики боялись переспросить о распятии Христа, была по-человечески понятна тогда, когда вера в служение воскресшему была еще на нуле. Пока не переспросили, что, может, что-то не так, поняли, не расслышали, их утешала мысль, что не о его смерти все же речь идет. Делала слова Христа о его поругании нетвердыми. А если бы на вопрос их он ответил, что его убьют обязательно, тогда бы они расслабли окончательно. И еще, они слова воскресения Христа совершенно не понимали, а прослыть глупыми не хотели, боялись показаться совсем уж неучами. Несчастье в счастье трудно превратить. Когда тебя подталкивают к краю, сознанию, совести и Богу вопреки, булыжник тычет в зубы вместо каравая. Кому на долю выпали ошметки, отбросы общества клеймят несправедливо. Таким останется одно, усвоить четко. Несчастье только Бог мог разнарядить мимо. Не каждому удастся, кто к горю прикоснулся, не к своему, но с тем, кто опрокинут, давление понизить на поврежденном пульсе, хотя соприкоснуться с падшими противно. Эх, люди, граждане, и просто не друзья, всего лишь раз живем во тьме, тупее. С кем мы сроднились, что разнять нельзя, живые средства гробим в мавзолее? Несчастных, обездоленных и всяких, когда и где случится недостаток? Случался недостаток. Перед какой нуждой мы не ломали шапки и не напились вдрызг с похмелья и с устатку? Не говори, что недруг нам не личный враг, а враг тоталитарным государством. Не он, а ты, будь милость-то не рад, тебе зачтется в памяти прекрасным. Блажение давать, отнюдь не принимать, а благодетельствовать чудом уцелевших, и для еврейских деток превратиться в мать. Ты не расхристанный фанатик, постарообрядца леший. Им все еретики не так согнули пальцы, хотя, быть может, сам по злу похож на беса. Учи быть милосердным, деточек с измальством, чтоб, повзрослев, не путался, влача жида за пейсы. Нас учит всех любить Христову благодать, не разбирая недругов крапивных. Сумей последующим обугленным подать, на выступе любовь поможет закрепиться. И снова вопрос. Опрос 2732, 12 том открытым оком. Прощается ли человеку, некрещенному, грехи после истинного покаяния? Нужно ли некрещенному человеку ходить на покаяние, исповедь, без причастия? Ответ. Если брать отдельные стихи Библии, то можно просто каяться и получать прощение. Таких мест очень много. Конечно, и просто покаяться, сказав «виноват», но с верой в искупительную жертву Христа. Лука 24:47. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Деяние 5:31. И Его возвысил Бог десницей Своею, в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Деяние 10:43. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Но на самом деле здесь подразумевается, что после покаяния человек примет истинное крещение, исполнится Духом Святым. Тогда он сделается членом Церкви Христовой. Деяние 2:38. Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 22:16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.
Как в Ветхом Завете Бог Иегова установил определенный порядок получения прощения грехов через жертвоприношение, хотя прощение грехов и не было до смерти Христа, так и сейчас в Новом Завете очень строгий определенный порядок входа в церковь. Спасение же только в церкви. Деяние 2.47. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот человек, когда не живет церковной жизнью, бывает где-то, ну, пошел каким-то сектантом, увидел, икон нету, ничего нету, поклонов нету, постов нету. Вот это настоящая церковь. И он дальше начинает и терять-то нечего, у него ничего и не было. Такие люди, которые уходят, я почти наверняка знаю, поклонов не было. А многими поклонами поражается сатана, святые говорят-то. Не было. И бдения этого не было, строгого исполнения поста с радостью не было, и поэтому ничего не удерживает. Хвалиться не полезно новичку, и даже тем, кто путь уже окончил. Едва расслабился, душа не начеку, и вынесет прибой на самый кончик. Несовершенство в деле и в словах легко заметить, сравнивая с Богом. Наш Иегова, он обрезанным Аллах. Увидишь сразу. Эх, начать бы снова. Слова из Библии принизят эйфорию. Рекорды Гиннесса, замшелые культяпки. Для пола женского оригинал Мария. Вся жизнь таким, одни сплошные святки. Хвалиться можно Господом, что знаешь, как благ, как милосерд Всевышний. Что стал овцой, теперь не волчьей стане. Столь вожделенное теперь считаешь лишним. Не вашей силой, выучкой, талантом, но Божьей милостью и его долготерпением. Для христиан совсем иная планка, не горловое, а из сердца пение. Смиренно признаю, кому обязан, успехами, довольством и друзьями, то излечил от рака и проказы, свою дружину мученики взяли. А ты знаешь горловое пение, что такое? Слышал? Ну, наверное, народы там какие-то северные. Да, да, буряты там и прочее. Вот эти сидели, горловым пением баловались. Воля Божья. Сарионов, Антео. Он осиял, пришел во мне, вселился. И тихим веньем наполнил паруса. Незабываемо, как дрогнула темница, когда апостолов достигли голоса. Хвались тем днем, когда родился свыше. Хвались часами с Библии раскрытой. Среди свиней и выкриков расслышал. Поднялся, распрямился открыто. Хвалебный гимн не умолкает ночью. Что с Божьей помощью обрел светильник? Хвалюсь Иисусом, пою, сколь хватит мочи. Мой пастырь добрый, милосерд и сильный. 15.02.05. Вот и снова. Берем вопросик и ставим его сюда. Вопрос 3963, 28 том «Открытым оком». Если в человеке нет истинной веры, значит нет и стойкости в своих убеждениях. Тогда выходит, что все выполняют волю тех, кто задает тон во всех сферах жизни? Ответ. Пророк Илия так и понимал, и апостол Павел не чужд был этой мысли. 3 Царство 19.10. Он сказал: «Возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». Филиппийцам 2.21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Современная эра – еврейская эра, а 20 век – еврейский век, утверждается в недавно изданной книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слезкина, кавычки открыты, «Эра Меркурия. Евреи в современном мире. Москва, 2005 год». Книга Слезкина – это вывернутый наизнанку «Майн кампф», считает декан факультета политологии Московской школы социальных и экономических наук Владимир Малахов. Именно так он прокомментировал основную идею книги сайту polit.ru. Слезкин заявляет, что в современную эпоху все становятся евреями.
объясняет свои выкладки он тем, что в 20 веке со всем миром происходит модернизация. Читай. О евреевании. И люди становятся, кавычки открытые, подвижными, чистоплотными, грамотными, говорливыми. А евреи такие, якобы такими были всегда, пишет newsinfo.ru. В аннотации к изданию указано, что книга Слёцкина объясняет причины поразительного успеха евреев в современном мире. Автор не скрывает, что евреи сейчас занимают такое место в мире от того, что в какой-то момент любые проявления антисемитизма и гонения против этой нации стали рассматриваться цивилизованным обществом как символ мирового зла. Заметно, что евреи в последнее время стремительно меняют пропагандируемый ими на протяжении веков образ гонимого несчастного народа. Евреи действительно добились огромных успехов на раздувании масштабов Холокоста, устроенного гитлеровской Германией, и в результате стали единственным народом, в отношении которого в ряде стран Европы и в США приняты юридические нормы, карающие за неблаговейное к нему отношение. Однозначно, трактуемого как фашизм. При этом никому на Западе не возбраняется быть русофобом или арабофобом. Это стремление к смене уже ставшего традиционным для еврейской пропаганды собственного имиджа особенно становится заметным в процессе активной подготовки к строительству третьего храма. В 20 веке евреи в качестве компенсации за проводимую в отношении них политику гитлеровской Германии получили собственное государство, превратившееся к сегодняшнему дню в региональную сверхдержаву, обладательницу ядерного оружия, которая стремится к мировому доминированию. Несомненно, разрушение мечети Аль-Акса, ныне находящейся на Храмовой горе в Иерусалиме, и постройка евреями третьего храма приведут к тектоническим сдвигам в мировой расстановке сил. В результате Израиль вполне может превратиться, если не в супердержаву, то в одного из основных мировых игроков. Очевидно, сегодня евреи уже не заинтересованы в том, чтобы изображать себя бедными и жалкими скрипачами и несчастными жертвами погромов. Теперь Израилю уже нужен образ уверенного в себе стойкого солдата, несущего миру еврейские ценности. И книга Слёцкина в данном контексте должна рассматриваться именно как поиск еврейством своего будущего образа, который должен прийти на смену уже отжившему имиджу русской линии. Глаз вопиющего, охрипший от натуги, осипший от шипящих обложивших, кричит о том, что беззаконных губит, и благонравные тряслись, как их поджилки. Покайтесь, веруйте и делом докажите, что изменили суть свою, отродье. Все поделитесь бедными нажитым, проказу грех нельзя благородить. Что из того, что молитесь часами, уставясь тупо в свой иконостас? Но из козлов не станете овцами, которых кровью Искупитель спас. Здесь не хватает гласа Иоанна, колеблющего словом Иеговы. Шли от него, как из парной, из бани, с раскаяньем сбросившие оковы. То есть Иван-то крестил их, как поражение хини, как из бани шли. Ага. Пророков истинных известна только часть, попавшая в библейский переплет. Одна на всех на них была напасть, к ним добровольно редко кто придет. Каким-то зрением, но явно не плотским, не в свете мира видели, гротескно, и полоскали всех, как грязные носки, что не туда бредут, ломались треском. Их голос был с официальным врозь, в шкале спасительной с угрозами пенали. Глаз вопиющего кидал в жару, в мороз, и вместо благодарности зверей оскалы. Приемлющие истинное священство, с еретиками не пытайтесь спорить. Вне церкви участь низменно бесчестных, в наручники стихом захватишь вора. Беснуются, лютуют харизматы, кривляются в конвульсиях, хохочут. Сплелись с нечистой силой, не разнять их. Глаз Церкви Божией
один живой источник. Ну, 1:05. Все? Все. Так, у нас закончилось. Если кто хочет, пройдет сейчас немного времени. Я хочу узнать, кто остался. Голос подайте.